здесь тоже не везде остановишься, не сойдешь, потому что слева справа озера, лодочные станции. А куда же мы подъезжаем? Волга, нехило. Родня с правой стороны. Это гармошка или стиралка на дороге. Очень полезная вещь, кстати. Яркость видео. Кажется, стало лучше.
Добро пожаловать. Такого на скоростной не услышишь. До Твери 24 километра, от Торжка 90. Десятка, по-моему, до самого Питера будет освещена. Только не смотрю, кругом фонарез.
вариант занимается справа сзади. Кормушка здорово помогает, если человека тянет в сон. Гармошка быстро. Топливо купит, слышали, да? Стоит ли заправляться на таких АЗС, где покупают, продают топливо? На Лукойле купит, продаст топливо. Заправляйся после этого на Лукойле. Теперь проходим по объездной. Ни разу еще не объезжал дверь, всегда через нее двигался с проблемами, с пробками.
куплю, продам. Да, маленькую сажарочку куплю. Он сказал пожарочку. Что это такое? Теперь имеет объездную, это уже очень-очень хорошо. Вот это можно мы въехали на магистральную трассу. Наверное.
я думал, скоростная магистраль, нет, М10. Ну и чем она отличается, чем она хуже скоростной магистрали? Даже лучше, потому что вон, пожалуйста, можете съехать по салонам, пройтись, да, по торговым центрам, отдохнуть, так сказать, размяться. Это надо полагать, дверь во всей своей красе на горизонте, если не ошибаюсь. Это ругаются дальнобойщики, блин, между собой.
Вот они впереди, по-моему, идут. Вот и объехали Тверь. Ташка 51. Вышний Волочок далековато еще. Опять в историю прошлое, лет 20 назад
они даже не 20 лет, 10 назад было невозможно просто. Такая была рубище. По 7, по 8 часов стояли в пробке. Реклама хрипит, скрипит, очень далеко находится, наверное. Или бы мощности добавил передатчику. Или бы что, или бы ничего. Или вообще не выходи в эфир. Васильев Владимир. А вот, наверное, на этого ругались, который везет пеноматериал. А, он на разворот идет, поэтому занял левую. Проскочил, что нужно было парню. Движение поплотнее, сказывается близость города. Смотрю в зеркало заднего вида, поток машин идет просто. Нескончаемый. Даже дальнобойщики по второму ряду просто, блин. Все разрешен на 90, блин.
чем государева дорога хуже скоростной. Движение довольно-таки плотное на Санкт-Петербург. Многие фуры идут в объезд магистрали. Это даже хорошо, потому что вот кафе придорожное, чтобы не проскочить, стоянка замечательная. Красота. Конец лета. Чувствуется, деревья уже устали. Желтизны пока нет. Но я думаю, уже готовятся к осени. А что до осени осталось? Неделя. Чуть больше. Когда листопад, интересно ехать красиво, вся дорога в желтых, красных листьях, проезжает фура, за ней вихрь поднятых листьев, красиво очень.
по-моему, освещение картинки нормальное. И дорогу видно, и деревья, и небо. Показывает средний расход бензина на 100 километров 5,5 литров. Это если учесть, что автомобиль сколько стоял без на месте, включал двигатель без движения. Во время старта там вообще была бешеная цифра. 40 литров, что ли, на 100 километров. Радар-детектор слишком громко, по-моему, и на нервы действовал. Надо будет подрегулировать громкость радара.
Ленинградский район. Интересно, через город пойдет или в объезд дорога? Я уж не помню. Через два, наверное, остановлюсь, посмотрю, сколько заполнено на карте памяти. Карта памяти 128 гигабайт. Сколько часов движения и какой объем, чтобы рассчитывать. Когда менять карту памяти. Например, на датакаме 6 Max 128 гигабайт хватает на 9,5 часов непрерывной записи. Сколько на движение.